Друзья, вот я нашла место поспокойнее, потише, потому что по поселку идут ремонтные работы дорог. Я вот сижу в скверике. Здесь вот центральную площадь тоже идет ремонт. У нас здесь здание районного акимата, здание районного маслихата. Здесь на площади тоже идут ремонтные работы. Вот этим летом такой красивый скверик здесь сделали для отдыха жителей. Вы видите, вот здесь у нас будет фонтанчик сделан, фонтан. Ну и пока я здесь передохну немножко, я хочу немножко рассказать вам историю нашего поселка. Поселка Шортанды, районного поселка. Поселок образован в 1929 году. Образован спецпереселенцами. Сюда привозили спецпереселенцев. И в 1930 году началось, ну, более активное строительство поселка. В поселке в настоящее время есть 3 школы, госучреждения, кафе, больница районная, досуговый центр, много других различных организаций. Нефтебаза, ранее работала мебельная фабрика. Первая школа была образована в 1930 году и находилась она в конторе, а затем ее перевели в двухквартирный деревянный домик. В настоящее время в поселке 3 школы. Одна из них построена по программе президента Республики Казахстан. Это очень красивая, хорошо оборудованная, новая, современная, большая школа на 1200 учащихся. Вот. Ну, я еще немножко буду проходить по поселку и покажу вам, какие ведутся у нас работы в поселке.